Так, вот он наш Сатурнчик, так, ISO 400, не минимальные настройки светочувствительности, но уже и не абсолютная ночь. Прекрасно, прекрасно вижу Сатурн, кольца Сатурна. 5.16 по Киеву, в Харькове, 3 дубль, 10 апреля 2021 год. Отлично, просто великолепно. Может, сейчас опять вернусь на 125 ISO. Это я озвучиваю больше для себя. Один миллиард 500. А вот он где. 580 миллионов километров, да? Или 540? 540. Сбиваюсь уже. Перепутались расстояния Марса. Марса 840, а тут 1580, по-моему. Ну хорошо, не принципиально. 1 миллиард 500. Восемьдесят миллионов километров. В любом случае приближается к нам, к Земле, по своей орбите Сатурн, и это радует. Все дальше он уходит от Солнца на небосводе, это тоже радует, то есть можно будет его видеть пораньше. Не, ну по-моему великолепно. Ты же мой золотой. Так, а вон у нас Юпитер из-за облачков вынырнул. Сейчас мы посмотрим, может, еще и спутники при таких настройках сможем увидеть Галилеева. Так, поехали. Да, видно уже рассвет. А, ну все-таки еще одно вяленькое облачко прикрывает нам Юпитер. Так, где наши Галилеевы спутники? Вижу спутники. Все четыре Галилеевых спутника справа от Юпитера сегодня находятся. Вижу в окуляре справа самый правый Каллисто, потом идет Ганимед, потом парочка. Сначала Ио, потом Европа дуплетиком. Ну, даже немножко я эти пятнышки вижу на маленьком экранчике фотоаппарата. Надеюсь, на мониторе будет видно тоже. Полосок вот реальных не вижу. Все-таки, наверное, земная атмосфера мешает. И буду сейчас, наверное, убавлять ISO. Светочувствительность, дабы попробовать все-таки увидеть полосы на Юпитере. Так, хорошо. Это третий дубль, по-моему. 5.20 по Киеву в Харькове. 10 апреля 2021 год.